отель. Ой, ну у меня-то ничего не сфотографируется. Ух ты, какая красота. Все для тебя, там что-нибудь, еще что-то. Орю, конечно. Слушай, а что это оно так быстро? Нифига себе. Не, он будет несколько раз ездить. Не, ну, успеть, ничего не успеешь. Давай, начинай. Сейчас, я думаю. Да, мне надо сфоткаться. Ой, какая красота, мам, дорогая. Да, слушайте, ну у меня, наверное, ничего не сфоткается. Мне кажется, на мой фото. Ни у кого не сфоткается. Так, давай, ну, ты это надо говорить. Отключить вспышку. Да, да. А где мой фотоаппарат, кстати говоря? Сейчас будет еще. А кто, откуда ты знаешь, что несколько раз? Ну, мы катались на другом колесе, и было три раза. Не факт, что было. Будет. Легче. Не, ну это смешно, это просто смешно. Если один раз, это бред. Это не бред, это в парке Горького так и есть. Но там медленнее он едет гораздо. Да, тут с такой скоростью. Ну, значит, несколько раз. Так, я песни не слышу, почему. Да она даже не успеет, даже запеть. Так, профессионалам не нужны оправдания. Слушай, ну это очень быстро, я даже очухаю. Не, три раза должно быть. А вдруг он будет? А последний, может быть, медленно. Будет. Не, ну конечно, да, фотография. Да нет, ну это смешно он так уйдет. Не, ну тут мяты, затертые стекла. К сожалению, да. Да, их стекла. Не, ну, по идее, должно быть три раза. Так, ну, а что, сегодня концерт Брайана Адамса, что ли? Почему? Походу, да. Там какие-то. Если они дают билеты. Скидку по его билету. Если... Скидка по его билету. То есть сам Брайан Адамс должен прийти с билетом на свой концерт? А, да. Вроде да, еще. Вот. Скажи, пожалуйста, дайте мне скидку, то я 9 евро не могу заплатить. Ну давай, как раз на круг хватит. А может заказывать? Может это заказывать? Арию, конечно. Чего Арию? Окно буду петь. Ну попроще, ну блин. Ну не надо, давай. Распойся. Ладно. Ну давай. Ты говори, у тебя день рождения. Давай, все, начинай. А, заказывай, ты меня. Хорошая песня, давай. Вот опять окно, где опять не спят, может пьют вино, может, так сидят, или просто рук не разнимут двое. В каждом доме, друг, есть окно такое. Крик разлук и встреч, ты окно в ночи. Может, сотни свеч, может, три свечи, нет и нет уму моему покоя. И в моем дому завелось такое. Вот опять окно, где опять не спят, может, пьют вино, может, так сидят, или просто рук не разнимут двое. В каждом доме, друг, есть окно такое. Или просто рук не разнимут двое. В каждом доме, друг, есть окно такое. Шикарно. Классно. Короче, она делает круг за 1.5 минуты. Это ты, а ты еще считать успела? А теперь быстренько арию какую-нибудь. Распелась, все нормально, уже можно. Нет, ну давай эту коротенькую там. Я завидую людям, которые могут петь. Ольгу, давай. Подожди, какую Ольгу? Я не помню, какую. Ну, а может, арию поражай? Поражай давай, поражай. Мы уже наготове. День ли царит, тишина ли ночная, в снах ли бессвязной в житейской борьбе, всюду со мной мою жизнь наполняя, дома все та же одна роковая, все о тебе, все о тебе, все, 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 все о тебе. Мы представляем. С нею не страшен ни призрак былого, сердце воспрянуло снова любя, вера мечты, вдохновенное слово, все, что в душе дорогого святого, все от тебя, все, все от тебя, все от тебя. Будут ли дни мои ясны, унылы, скоро ли сгину я, жизнь загубя, знаю одно, что до самой могилы помыслы, чувства и песни, силы, все
это как называлось? Это Чайковский. Не, ну там это День лицарей так называется. Народ, вот сколько? Так, я же говорю, мы же не дешевые пады какие-нибудь, там, впаривать вам. Я говорю, будущая звезда. Не видишь, не елочка же. Не, я вообще врачом буду, на самом деле, да. А каким ты хочешь быть врачом? Не знаю, иммунологом. Лором. Что вы слышите? Они у тебя сразу будут слух про это. Иммунолог там лечит всякие аллергии, исследует там, ну, в общем, там загадки всякие. Слушай, а романтично получилось, спиннинг, Ксюх, с твоим. Слушай, да. Тебе надо, знаешь, записать, и вот у них кабинка, чтобы включали. Да-да-да, очень шикарно. Глухоту лечим, да, бесплатно. Слушайте, ну как здорово, а? А папа, знаете, как меня петь я всегда, вот как я, прям вот, что я не умею петь, мне так нравится, когда... Можешь еще куплетик это забацать, свои любимые. Вот, притормозили мы. Это что значит? Это что значит? Тихо-тихо-тихо. Смотрите, что мы застряли. Ну перестань меня пугать. В конце всегда на третье кольцо останавливали. Это четвертое кольцо. Третье. Поставили нас. Ух ты! Ну а вдруг это сломало? Нет, нет. Они насажают кого-нибудь? А, кстати, они сажают. Ну перестаньте меня пугать. Ну чем? Не-не, все нормально. Наверное, Наташа, чтобы она это... Созерцай красоту. На самом деле, ничего не сломалось. Они всегда останавливаются на третьем кольце. Мы говорим, мы же с самого начала сказали. Они качают три раза. На третьем кольце останавливаются, чтобы люди смогли осмотреться. Да, ну хорошо. Здорово. Когда пойдет третий час, тут сидение. Мы даже сама начнем. Ой, нет, это я вам обрыгаете все, если я начну петь. Ну вообще, как люди поют? Зато вы танцуете. Я знаете, как переживаю за того, что я танцевать не умею? Так это можно пойти и научиться, а голос-то, если нет, кого и нет. Можно тоже вот пойти это вот научиться. Это ошибка всех. Вот это вот банально, мне медведь на ухо наступил. Это же он вот нет, слух есть у всех, и голос тоже есть у всех. Это вопрос не, ну понятно, я говорю. А те, у кого с этим проблемы, те методом штудирования тоже могут получить да, некий уровень. Да, да, на самом деле. Если нет у людей, хочет. Которые не умеют петь. Не, ну конечно, но не мы там не в счет. В принципе, да, ну. Вот. Молодец ты у меня, дочечка. Да. Да. Ну нет, я всегда, когда люди поют, я прям так это. Я прям представляю себя, если б я так могла. И все. А выход там, да? А какой мы пили? Не, ну там еще рано. Это сколько была еще? Ты! Слушай, а ты выступаешь? Над балетом? А, это типа пустородная надо. А где вы выступаете? Ну, там на своих рядовых концертах. Потом, ну, на конкурсах на всяких разных. Ну, вот говорю, в «Локомотив» приглашали, ну вот. Сложилось, да. «Локомотив» в смысле? На стадионе. А я там живу рядом? Да, да, около вас там вот этот мальчик. Им громкие болельщики нужны. Нет, российский футбол у меня недоумение у меня вызывает. Как нет, вы на концерт. Ну, не, ну там как бы благотворительный концерт и благотворительный... По-моему, мы не останавливаемся. Так. Ну, хорошо. Не останавливаемся. Как вы это замечательно? Вы, они про нас забыли, я надеюсь. А нет, там уже другие стоят билеты. Слушайте, а очень... Это с Брайана...